Сегодня 8 ноября. Мы в Голландии. Автосалон Deutsche Van. Барневельде. И вот выбрали из 5 вот таких вот машинок одинаковых. Там их на стояночке очень много стоит. 17-й год. 3-й месяц. 94 оригинального пробега. Шикардосное техническое состояние. Машина ровненькая, целая, красивая. На отличной зимней резине. Вот, передняя, задняя, все как положено. Порожки не помятые. Все красиво. Базовая моделька, 1,5-литровый дизель. В середине у нас вот такой вот был набор ящичков. Ну, мы покупаем нашему клиенту на бровары, поэтому как раз вот такие ящички ему для его маленького бизнеса, но надежного, пригодятся. Машина яркая. Подвесочка сбитая. Двигатель шепчет. Все работает как часики. Куча наших ящичков. Ничего не побито. Панельки видно, какая-то ремонтная мастерская была небольшая. Их слизина забрали. Вот. Вот такой внешний вид. Все порожечки ровненькие, целенькие. Очень технически интересная машина. Небольшой полный руль, круиз. С таких приятных мелочей. 94 оригинального пробега. Салончик надо будет почистить, конечно. Какая-то лампочка даже еще есть интересная. Почистим, есть маленькая дырочка, но я думаю, мы это все устраним. Дома по-нормальному доедем, дай бог. Сейчас оформим документы. И будем потихонечку ехать. Дорога далекая, но я думаю, что мы доберемся. Еще раз повторюсь, Deutsche Van, Барневельде, шикарный салон. С отличным выбором автомобилей. Я тут не первый раз. Рекомендую всем.